Тренинг Тони Робинса. День 5. Ваши нормы поведения. Будьте безупречны. Все мы в тот или иной момент позволяем событиям управлять нами, вместо того, чтобы контролировать свое состояние или свои решения относительно значения этих событий. Нам нужен способ, который помогал бы нам жить в соответствии со своим состоянием, и возможность определения того, достигаем мы ежедневно этих ценностей или нет. Такое предисловие дает Тони Робинс к 5-му дню тренинга. Один молодой человек к 27 годам добился невероятного успеха. Блестяще образованный и способный, он чувствовал, что весь мир лежит у его ног, но не мог назвать себя счастливым. Многие его не любили, он чувствовал, что не управляет своей жизнью. Поэтому он решил взять свою жизнь под контроль и создал определенную систему. Этот молодой человек написал 12 добродетелей, 12 состояний, которые планировал испытывать каждый день и которые, по его мнению, должны были направить его жизнь в нужное русло. Он выписал эти 12 добродетелей в тетрадь, а рядом начертил календарь. И решил ставить черную точку возле какой-либо добродетели, когда будет ее нарушать. Его целью было оставить календарь без точек. Тогда он бы узнал, что живет в соответствии со своими добродетелями. Молодой человек очень гордился своей идеей. Он показал ее и объяснил свою систему другу, на что тот ответил, что следовало бы дополнить список добродетелей скромностью. Бенджамин Франклин рассмеялся и дописал 13-ю добродетель. Тони Робинс вдохновился этой историей из биографии Франклина и составил свой список. В нем оказались любовь, счастье, дружелюбие, бесшабашность, щедрость, страсть, сила, мужество и шутка. Он взял на себя обязательство испытывать эти состояния ежедневно. Кредо клуба оптимистов. Возможно, вы почерпнете из этого списка важную для себя добродетель. Будьте сильным. Ничто не должно выводить вас из себя. Заставляйте своих близких чувствовать, что в них есть что-то ценное. Находите во всем светлую сторону. Радуйтесь успеху других. Думайте о хорошем. Улыбайтесь. Будьте благодарны. Честность с самим собой. Помощь другим. Совершение чего-то необычного каждый день. Черпание всего лучшего из хороших книг. Строительство приюта для бедных. Молитва о направлении от Господа и благодарность. Изучение какого-либо вида изящных искусств. Задание на сегодня. Составьте свой список добродетелей, тех состояний, которые вы хотите и обязуетесь испытывать ежедневно. Что поможет вам жить в соответствии со своими принципами и ценностями? Что поможет вам достичь своих целей? Что сможет сделать вас счастливым? Напишите 7-10 пунктов. После составления списка напротив каждого пункта напишите определение для этой добродетели. Например, я чувствую бодрость, когда улыбаюсь людям. Возьмите на себя обязательство испытывать каждое из описанных ситуаций не менее одного раза в день. Хорошей идеей будет поместить список своих добродетелей на видном месте. Периодически посматривайте на список, спрашивайте себя, что вы уже сделали, а что еще нет. Постарайтесь избежать автоматизма и формализации. Этот список призван сделать вашу жизнь лучше. Не забывайте об этом. Желаю успехов!